Сегодня городские спасатели в преддверии своего профессионального праздника провели показательные учения. По легенде, нужно было эвакуировать пострадавших с крыши загоревшегося здания. С поставленной задачей спасатели справились за считанные минуты. Первым с крыши спустили пострадавшего на носилках, а затем мужчину с травмированной ногой. Отмечу, городской спасательный отряд был сформирован в 2009 году. И сейчас в его штате 27 человек. Сегодня мы решили провести не просто праздник, а провести все-таки строевой смотр сил и средств, значит, отряда спасателей, который входит в состав муниципального казенного учреждения. Такие часто, значит, бывают моменты, когда у нас бывает, что ребенок на балкон вышел, закрылась дверь, значит, спасатели отреагировали оперативно. Если там пожилой человек, не могут, значит, попасть в квартиру, спасатели приезжают. Отряд всегда в боевой готовности для того, чтобы какие-то, если случаются происшествия, значит, ну, мы, конечно, всегда вовремя и оперативно на это реагируем.